Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, мы сегодня с тобой продолжаем путь воров Uncharted, наверное, заканчиваем с тобой, а может быть и нет. Нет, наверное, заканчиваем, мне кажется, тут уже все, тут 22 главы, насколько я знаю, и мы, наверное, уже заканчиваем. Дополнение, которое здесь есть, я проходить, ребят, пока не буду, потому что я в Uncharted уже наигрался. Скажу честно. Ждут нас у самолета? Не ждут. Сделаем перерыв. Почему ты так уверен? Потому что они идут к горе. К сокровищу. А чё, какой засвет? Сюда. Вот, пожалуйста. О, как тут все это прям, да? Все как будто прям вчера. Куда ты, блядь? Высоковато. Как ты попал сюда? А, спрыгнул с парочки стен. Но, похоже, нам нужно искать другой путь. Блин, тут город целый. Слушай, тут прям можно это, офигеть. Тут жить можно, на самом деле. Ну, правда, придется дома перестроить. Там же гнилой, но вообще-то как бы можно. Ну, давайте быстрее. А так напрямик никак нельзя. Обязательно так. Я спрыгнул оттуда, но назад не забраться, высоко. Да уж, надо найти что-то, чтобы подставить. Телегу. Давайте толкать. А, я один. Сэр, помоги. Хорошо? Нормально. Сэм говорит, помоги. Я уже один, блядь, дотолкал. Спасибо, справимся. Уйди, Салли. Я тут первый. Пошел ты нахрен. И что лезет вперед меня? Пошлите. А, я уже вижу. Кто-нибудь видит выход? Народ! Сюда! О. По-любому что-нибудь сюда, да? Посмотрите. Это похоже на фуникулер. Думаешь, работает? Ну? Или что, у меня не повезет никуда? Я понял. И что делать? А? Панели управления не видно, но я могу достать платформу веревкой. И? Ты что творишь, Нейт? Не знаю. Пока не знаю. Пока. Можешь добраться до деревянной платформы внизу? На какой деревянный платформ внизу? Угу. Отойди. Ага. Подожди. Уже близко. Скорее бы домой, в свою кроватку. А я допрыгну? Далеко. Давай попробуем. Нет. Нет, 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 нет! Нет, я не допрыгну. Чё-то мне игра хочет. Хочешь, наверное, чтобы я вот сюда прицепился? Блять, нет. Навряд ли. Есть идея. Нейт, помоги мне. Чего где-то? Хорошо. Пиздюк, ты сразу сказать не мог? Козел. Так, Виктор, можно тебя на секунду? Ага. Давай, Найт. Сразу-то, блядь, сказать не могли. Я все. Вот и мы. Давай. Есть. Запрыгивайте, я перетащу вас. Ладно, мы готовы. И слабый инженер. Пират. Это он.
Держись! Все целы? Да уж. Парк аттракционов. Залезай, Нейт. Нейт, залезай, я помогу. Да уж, парк аттракционов, реально. Угу. Давай быстрее, братюнь. Сэм! Сукин ты, сын! Сэм, давай! А? Сейчас. Прыгай, я поймаю! Давай! Он сейчас уйдет за сокровищем. Нет. Гора как с ЧПД. Нет, даже не думай, ты понял меня? Прости, что втянул тебя. Всех вас. Так, это все уже не важно. Просто прыгай! Я должен это закончить. Сэм, эй, если ты это сделаешь, я за тобой не пойду! Слышишь? Прости. Сэм! Сэм! Тупой упрямый. Чует блеф. Он там точно погибнет. Пошли. Ну что, она права. Ну, конечно. Пошли. Ай, да, он там подохнет. Сюда. Там на гору. Я его спасу, и он у меня получит. Давайте все-таки спасем сначала. Чем он вообще думал? То есть после всего, что с нами... Ему мало? Пошли искать. Так. По этой штуке можно перелезть. Давай. Помогать-то будет? Нет. Готов? Охренеть, да, какие здесь эти телеги были здоровые? Ну, как по мне, слишком здоровые. На что-нибудь под колесо подложить? Ну-ка. Есть. Так. Есть. Видите? Ну-ка. Не получится. Нейт, давай. Нет, сейчас. Давай. Давай. Чтоб тебя. Ну и как вот нам туда забраться? Веревку кинь. У нас мало времени. Нейт. Нейт, стой. Одному нельзя. Я мигом туда и обратно. Но без драки он не сдастся. Ну, значит, подеремся, раз так. Но я его притащу как угодно. Подведите самолет как можно ближе к горе и готовьтесь быстро рвать когти. А бывает иначе? Так нечестно. А? Ты помнишь посуду по очереди? Вот только попробуй не вернуться. Люблю тебя. Так он же мог веревку им кинуть, они могли по веревке забраться. И я тебя, ковбой. Ну да, это ж Дрейк. О, глава 21. Забота о брате. Ну, пойдемте позаботимся о брате. Ну, быстрей. Ты ж попрыгунчик. А это что? Следы. Большие. Сэм! Чересчур большие. Наверняка он уже далеко. Надо идти к этой чертовой горе, спасать Сэма и убираться отсюда. Да уж, завтра еще посмеемся над этим. Угу. Смеешься, конечно. Если доживешь. Ну, а че ты не лезешь? А ты че? А, типа у тебя нет хвата, что ли?
А. Думаю, что он не прыгает, у него хвата нету. Да-да-да, следы. Туда, да, как я понимаю? Как я понимаю, сюда. Ну, следы я смотреть не буду. Ну, по крайней мере, ты жив. Это радует. Успею прибить тебя сам. Странный остров, одни скалы, скалы, скалы. Господи. Ну. Залази. Теперь нам надо туда. Что это? Тут разбивал лагерь. Другань какой-то. Это же внук Бернса. Кому интерес, можете почитать. Почти, но все тщетно. Почти. Предсмертные записки. Все же тебе не повезло. Да-да-да, следы, следы. Ну, пошел. Эй, Сэм! Воу, прыгай. Прыгай, держись. Залази. Чё там? Там жопа, я понял. Я надеюсь, взрывающихся мумий больше не будет, как в той серии. Следы, да-да-да. Сэм! Все падает, все падает, все падает. Как же все надоело, все падает, все падает. Охота твердую землю под ногами уже чувствовать. И че? А? Куда ты, блядь? Дурында, не надо кнопку нажал. Если тебя не прикончит Рейф или Надин, это сделаю я. А, это нас... А, нас тпхнул, короче. То есть нам не надо заново проходить, нас прямо здесь сохранило. Черепах. Черепашка. Это тяжелее, чем кажется. Куда? Только не говоришь, что надо прыгать, потом еще прыгать. Ладно, я смогу. Я смогу. Ну ты смог. Да блять. Как мне надоело то, что все время что-то, ребят, обваливается. Где-то что-то скрипка. Я, конечно, понимаю, да, это реализм, в реальности бы тоже все обваливалось так. Ну, блин, это все так уже надоело, вот все одно и то же прям. Я смог. Не знаю как, но получилось. Все одно и то же, все одно и то же.
Куда я полетел? И чё, и зачем? Господи, корабль левый. Ух, ебать. Так. А. Подожди. Подожди, дебил, куда ты прыгаешь? Я хотел на кораблик полюбоваться. Здоровый, да, какой? Дорогой, пойди. Прям загнали слушка в пещере, прям стоит. А как он, интересно, отсюда должен выйти? Непонятно. Так. Ну, прыгай. Ну. Мы застряли. Он не прыгает. Хорошо. Ладно. Прохладно, блин, ладно. У тебя все ладно. Чуть не спёмся. Ну, спускаемся здесь. Мы к кораблю, что ли, идем? Я правильно понимаю? Типа сокровищ на корабле? Это проделался. Угу. Ну конечно. Наверняка нашел я. И меня болезненный. Вода-то какая, смотрите, ребят, чистенькая. Тепленькая. А не, наверное, в пещере холодная. Навряд ли здесь теплая вода. А куда нам? Угу. Или вот сюда нам вообще? Я просто хотел наверх залезть. Почти все. Это о, уже был. Золото грузит. Хорошо. Думаю, сможем наших догнать. Они уже золото нашли. Сэм только что угнал нашу лодку и направляется к кораблю Эвери. Пускай. Мы все. В смысле? Почти все мои люди погибли. А те, кто жив, отчалили. Ты видишь? Цель буквально в двух шагах. Этот псих начинил ловушками целую пещеру. На его корабль я не полезу. Надин, если ты сейчас сдашься, то все твои потери и вообще все наши усилия были зря. Вот здесь у нас миллионы золотом. Это плюс жизнь уже неплохо. Ясно, почему от тебя люди бегут. Что, прости? Мы на пороге исторической находки, а ты хочешь уйти, подобрав крохи из-под стола? Сэм же все себе заберет! Если уйдет с корабля живым, пускай. Я скажу, заслужил. Ты-то явно нет. Ну вот. Можем стоять и ругаться тут с тобой, а можем закончить то, что начали. Как раз заканчиваем. Простите, мэм. Да.
наемниками такая штука. Они служат тому, кто больше заплатит. Ну так что? Либо мы идем до конца вместе, либо закончим все здесь. Идем вместе. Умничка. Ну, пойдем. Да, все у них как-то не по плану. А, мы как раз здесь под пирсом, под этим. Так, а нам-то как перебраться? Вот он корабль. Там сокровище. Ну, что тут у вас, капитан? Так умирают воры. Че, поплыли, я не знаю. Пиздец. По этим что, забраться нельзя? А, так, нам типа перегородили путь, да? Ага. Наемники. Это да, наемники они туповатые здесь. А где сокровище? Наверное, где-то в... Черт. Снизу. Сэм! А, вот и золото. Вот оно. Ну и ну. Вот и сокровище. Ух ты. Ради этого? Да, слушка, бабок здесь... Здесь не 400 миллионов, тут намного больше, ребят. Здесь, наверное, не знаю, парочку-троечку миллиардов, наверное. Но здесь очень, ну смотри, слитки золота, да, вот это все золото, золото, золото. Здесь бабок очень много. Ой, ебать. Сэм! А, Нейт. Где Сэм? А, Сэм, вон он. Сэм! Да живой он, живой. Из-за него мы чуть все не погибли. Я его забираю. Нет, вряд ли. Рейв, ты получил сокровище, отдай мне моего брата. После всего, что он сделал? Благородно, но нет. Еще немного, и мы все тут погибнем. Этого хочешь? Нет, конечно. Ну что, Надин? Рад видеть тебя живой. Будь душкой, забери у него пистолет. Давай сюда. И ты правда ему доверяешь? А? Не твое дело. К чему эти провокации, Нейт? Мы с Надин партнеры. А я всегда честен с партнерами. Встань туда. А вот вы с братом всегда злоупотребляли моим великодушием. Пытались обойти меня, и это будет вам хорошим. Ты что делаешь? Давай пистолет. Надин? Повторять не стану. Ты делаешь
Просто невероятную глупость. Посмотри. Хватит, дурака. Ты что? Посмотри. Ну смотрю, два скелета. И что? Я мало что понимаю в истории, но даже мне ясно, кто это. Просвети нас. Это Эвери и Тью. Они убили друг друга. Ну, убили. Что теперь? Все, кто одержим сокровищем, получают свое. Что, бросишь нас тут погибать? Я ухожу. А что с вами будет, мне плевать. Надин, стой! Прощай, Рейф. Надин! Надин! А ну открывай дверь, сейчас же! Рейф, она ушла. Давай, помоги мне, мы выберемся. Ну нет, так не пойдет. Помоги мне с Сэмом, а я помогу открыть дверь. Нет, я же не получу радости ни от одной монетки, зная, что ты и твой никчемный братец еще коптите небо. Ладно. Спокойно. Давай потом как-нибудь потренируемся в фехтовании. Нейт, заткнись уже! А ты что, псих? Рейф, ну это уже слишком. Даже для тебя. А это не слишком? Натан Дрейк и вооруженный псих с личной армией на перегонки добрались до Шамбалы. Ах ты ж! Натан Дрейк нашел затерянный город в сердце пустыни Рубель-Кали. Да хватит уже. Мы оба можем выбраться. Че, псих, блять, надо взять меч. Эльдорадо. Все, Рейк, хватит. Натан Дрейк, легенда. Я к мечу иду. Блять, он закрывает, он не дает. Рейф, хватит. Я понял, ты меня сильно не любишь. Но все это величие, Нейт. Пустой звук. Ты полный ноль. И я предлагал тебе уйти. Меч бери. О, наконец-то. Не сгодел почему-то Натан брать этот. Пожертвовал всем, чтобы найти Эвери. И я не позволю парочке мелких ворюк, старому пройдохе и вышедшей в тираж репортерши меня обойти. Ебать, битва на мечах. Так дороги эти остолопы. Я отправлю их следом за тобой. Ангард, урод. Вот это дело. Фехтовать умеешь? Блок атаки слева, блок атаки справа. О, будет весело. Блять. Пиздец. Но он же упасть должен. Это уже что-то. Нормальный. Пиздец. Окей. Пузо полоснули. Это хорошо. Давай. Пиздец. Давай.
Мы его, кстати говоря, все время прижимаем к этой стенке. Он у нас всегда в слабой позиции. Он всегда около стенки. Вот это уже Натан Дрейк, о котором я там слышал. Ладно, ладно. Вот и все. Да прирежь его нахуй все. Мы с братом уходим. Хочешь сгореть с кораблем, пожалуйста. Подловил. Ой, Натан, какой ты, блядь, дурак. Ну знаешь что? Под всей этой бравадой скрывается жалкий пацан. С манией величия, который даже фехтовать не умеет. Прощай, Натан Дрейк. А ты боишься, настырный? Да я ж нажимаю. Сдавайся. Мне и так все в жизни досталось. На блюдечке с каемочкой. Вот все. Да блять! Это мое. Все мое. Хочешь сокровища, Рейв? Забирай. Все, раздавил он нахер. Давай, выбирайся. Я пытаюсь. Слишком тяжело. Пробуй еще. Нет, не выйдет. Пытайся. Нет смысла. Давай. Черт. Слушай меня. Я мечтал найти сокровище с тобой. Сэм, хватит. И мы нашли его. Нашли его, брат, да? Вот и все. Нет. Должен Нейт, быть способ. Нейт, ты уходи. Надо что-то придумать. Да уходи! Надо что-то... Давай, я должен знать, что ты выбрался. Нет. Нейт, тут сейчас все взлетит на воздух. Точно. Точно. Что ты делаешь? Да. Сейчас. Что? Тебя. Голову береги. Ну, в воде, да, объекты же легче становятся. Че я сказал, тяжелее становится? Легче? Или легче? Никуда плыть? А, слава. Все, финального босса победили. А че, золото-то вот здесь будет? Как бы золото вот здесь, можно приезжать водолазы, брать и вытаскивать золото. Корабль вот, золото тоже вот, оно никуда не денется. Батя сказал, что рушится. То, блядь, там все, помнишь, у нас в пещере взрывалось, и ничего не обрушивалось, а тут все, пиздец, что-то обрушиваться начало. Но все равно координаты мы знаем, где пещера, где чего, то есть мы знаем, где золото. Типа звали, да ладно, да хорош. Обалдеть. Там же дырочка нужна небольшая, чтобы туда залезть. О, Нейт! Нейт! Давай, помогу. Ты живой? Да. Эй, Салли, они со мной. Где вы? Вот здесь. Все?
Ну, все взяли? Да, вроде все. А что забыли, то можно продать. Может, все-таки подбросить? Спасибо. Но я люблю летать с комфортом, с коктейлями и откидными креслами. К тому же, нам с ней о многом надо поговорить. Это точно. И чтоб больше не звонил среди ночи последний разок. Обещаю. Спасибо. Береги себя. И не пропадай. Будешь в городе, с меня пиво. Это я запомню. А потом кролик все равно сбежал и оставил много неожиданностей прямо у директрисы на кровати. Эй, вот. Ты что ей рассказываешь? Про твое увлечение фокусами. Придурок. Какой был псевдоним? Скажи ей. Великий Нейт. Не понял, что тут смешного? В его оправдание могу сказать, он был и правда крут. Ага. Ну, Сэм, знакомство с тобой было приключением. Пожмем руки? Ну... Нет, давай-ка по-взрослому. Присмотри там за этим остолопом. Присмотрю. Я догоню. Ага. Хорошая. И, похоже, за что-то тебя любит. Похоже. Слушай, предложение в силе. Спасибо, конечно, но нет. Если ты боишься нас стеснить, брось, нет, мы все обсудили. Дело совсем не в этом. То есть и в этом тоже, но... Просто я думал, что после сокровища Эвери я успокоюсь. А я наоборот. Почувствовал внутри какую-то... Пустоту. Да. Знаешь, каким бы классным ни было приключение, в итоге всегда это пустота. И однажды надо просто выбрать, что оставить себе, а от чего отказаться. Ну, я пока не готов выбирать. К тому же, ты больше меня повидал древних городов, и меня это напрягает, так что... Я тебе парочку оставил. Ну, спасибо. Ну, что, нам пора. Ага. Сэм, мы крутые. Это точно, брат. Иди сюда. Не делай ничего, чтобы не сделал я. Давай уже, катись. Огоньку бы. Ага. Ну, Виктор, какие планы? Пока меня не втянули в это. Я работал над одним деловым предложением. Деловым? Опасно? Ну, с этими людьми всегда так. А у меня как раз есть подходящий человечек для таких дел. Только что из тюрьмы вышел. О, даже не знаю. Ему можно верить? С оглядкой. Португальский знает? Quando seu marido voltar para casa? Переведи. Когда возвращается твой муж? Сойдет. Пошли. А сигара не найдется? А вот это перебор. Доброе утро. Это уж точно. Утро доброе. Ладно, сдаюсь. Что происходит? У нас большой контракт? О, даже лучше. Сегодня я продаю Джеймсон Марин. Да ладно. Ага. Ух ты. Ну, здорово. Тебя, наверное, можно поздравить? Пока нет. Но, думаю, все пройдет гладко. Покупатель жесткий. Но мы с ним поторговались и пришли к соглашению. Это прекрасно. Да. А ты останешься?
Нет, 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 нет. Я хочу, наконец, расслабиться. С семьей побыть. Порыбачить, опять же. Молодец. А что за олух? Все это купил. А, ты и купил. Что? Хватит прикалываться. Я не прикалываюсь. Стой, Джеймс. Эй, 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 погоди. Привет. Доброе утро. Ты что здесь делаешь? Я хочу осмотреть будущее владение. Ключи я ему уже отдал. Так это что, серьезно? Нейт, не сомневайся. Это будет очень хорошее вложение. Решайся. В общем, звоните. Ладно. Привет. Привет. Ты покупаешь Джеймсон Марин? Мы покупаем Джеймсон Марин. А, ясно. Супер. Зачем? Ну, я слышала про какой-то затонувший корабль у берегов Малайзии. Думаю, это для нас. Нет, милая. Мы же еле выбрались живыми из Либерталии. Да. Опять нелегальная работа? Ты знаешь, чем это может кончиться. Ну, почему нелегальная? Вот. Этим утром пришли. Разрешение? Да. У меня там остались контакты. Они сумели утрясти для меня этот вопрос. Так, кстати, не пришлось никому на лапу давать. Это хорошо, потому что денег на взятки у нас все равно нет. Ну-ка. Руку протяни. Что? Руку протяни. Давай. Охренеть. Ага. Откуда это? В кармане у себя нашла. И еще целую кучу. Кучу? Сэм. Он такой ловкий. Да. Конечно, большая часть уйдет на эту покупку. Ну и на видеоаппаратуру. Аппаратуру? Да. Раз уж мы достаем этот корабль со дна морского, надо взять команду, все заснять и возродить мою программу. Милая, а как же наша нормальная жизнь? Думаю, в своих попытках вести нормальную жизнь мы слегка перегнули. Слушай, я поняла, что я тоже. Я скучаю по приключениям. И по нам скучаю. Теперь мы можем делать то, что любим. Но только с этого дня мы все делаем строго по закону, ясно? И я отвечаю за всю съемку своей жутко дорогой камерой. Ух ты. Ты действительно все продумала. Ну так. Но слушай, если не хочешь, только скажи, и мы все отменим. Что? Нет, 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 нет. Не будем лишать Джеймсона его раннего выхода на пенсию. Это жестоко. Ну да. Но будет непросто. Как и все интересное. Ну? Что скажешь, Натан Дрейк? Почему нет? Но только я не работаю с бумагами. Я тоже не могу. Я буду занята, у меня аж будет камера. А на мне дайвинг, я тоже занят. Ну что ж, ладно, тогда по очереди. Да. Или... можем в игру сыграть? Серьезно? Да, я тренировался. Я уже крут. Уже скорость реакции прокачалась. Ну я же не могу. Правда?
Я не могу так с тобой поступить. Боишься продуть? Я ни капельки не боюсь. По 10-бальной шкале. Как сильно ты боишься? Ну, на троечку. А, по-моему, там все 11. Что? Потому что я тебя сделаю. Да? Да. Боже. Это... Ладно. Все. Напросился. Да господи, я все уже... Я не хочу в это играть. Будем проигрывать. Или нет, или мне придется проходить. Не, просто я считаю то, что Дрейк, он это, ему надо делать то, что ему надо делать. Нет, мы не будем это делать. Мы не будем бегать. Да-да-да. Все, Дрейк проиграл. Это я специально сливаю, ребят, катку. Дрейку, чтобы он заполнял бумажки. Да-да-да. Угу. Все, да-да-да. Я надеюсь, перепроходить не надо. Угу. Не хочу я просто бегать. Пускай сам перепроходит. А это квартира-то этого, да, видимо, Сэма? Или чего это? А кто это? А, нет. Ты кто? Что это за ребенок? Где они? А, это их дочка, что ли? Да ладно. Да господи, да все же уже игра должна закончиться. Эпилог. Какой нахуй эпилог? Я уже игру закончил. Какие-то собаки, собачники. Мам, еще. Пап, вы дома? Пойдем. Ау. Чего я за тобой пришел, песик? Это типа их дочка. Господи, свинарник. Просто, блядь, ужас, ребят. Свинарник просто. Пиздец. Это вот так живут американцы, кстати говоря. Если кто-то не знал, большинство американцев именно так и живут. Пиздец просто. Ужас. Отстой. Просто отстой. Нужно срочно устроить вечеринку. Они даже не узнают. Ну да, здесь такой сральник, что они реально не узнают. Яблочко. Че, че надо делать-то? Эпилог, че, в дверь надо выйти? Че, там родители сейчас приедут? Ну это их ребенок, да, как я понимаю, у Дрейков? Или чья? Чей это ребенок? Чей это ребенок? За кого я играю? Пойдем на яхту. Классный день. Ну, где остальной экипаж-то? Где-то на каком-то острове живут. Непонятно. Тут есть кто? Никого нет? Ладно. Так, еда на месте. А где все-то? Че? Где-то кто-то бухает, что ли, или че? В тот дом надо идти, что ли? А почему два дома соседских? Тут, наверное, мы живем, а там Сэм? Или че? Или кто? Вообще, за кого мы играем? Я не понимаю. Здесь их тоже нет. Ладно, так а где они? Кто? Где ты, блядь, подождешь? На, ну да, это ее батя. Понятно. А где ждать нам? И даже чё? Определился, где искать. Вау, как классно, блядь. Где кого ждем-то? Где предки-то, блядь? Или кого мы ждем? Алло. Пойди быстрее, у меня серия очень, очень длинная получается.
Ключи забыл. Ключи забыл. Не выйдет. Ничего не выйдет. Ух ты. Я знала. Что это? Испанский дублон. Откуда он? И правда, откуда же он? И правда, откуда? Как-то жутко. Но круто. У ней отец с матерью искатели приключений, сокровища ищут. А она спрашивает, откуда? Интересно. Нашел. На улице. На дневниках матери, его матери. Ого. О, Господи. Ого. Генри Эвери, Ганг и Савай. Давай быстрее, чё? Вы ищете сокровище Эвери? Да уже нашли же. Мы их уже нашли, мы знаем координаты даже, где они лежат. А тут что? Ай, тут что? Ох, как классно. Че, она раньше таких фоток не видела? То есть ей мамка с папкой не показывали ей? О, черт! Мамка с папкой что, ей не показывали фото семейные? Это их ребенок вообще или кто это? Она так всему удивляется, как будто... вот ты где. Привет! Мы тебя искали. Ты что делаешь? Да вот вас ищу. Мы все погрузили. Идем. Мне тут нужна еще минуточка. Зачем? Мне надо... взять... Что такое, Кэсси? Ладно. Не злись. Говорю же, не злись. Ключи. Ну? Что ты видела? Да ничего. Ну вот только фотку с дядей Салли. И с каким-то испанским сокровищем. И с ружьем. Да. На. А чё, от неё это должно было случиться. Может, пора рассказать? Она еще не готова. К чему? К этой вашей хрени в шкафу? Манеры? Да, манеры. Пардон. К этому не готова. Ну, что я поделаю, если у вас там реально скелеты? По крайней мере, череп вот лежит серебряный. Вообще-то, я еще не готов. Правда. Почему они не хотят ей рассказать об этом? Пора ей рассказать. Чего она такого узнает страшного? Пора, конечно. Так, подождите, а о чем рассказать? Она ребенок. Она сейчас старше, чем были тогда это вы, Сэм. Это было другое дело. Ага. Так, слушайте, если у вас там были какие-то темные делишки, я могила. Я уже достаточно взрослая, чтобы знать. Взрослая. И сколько тебе? Ха-ха, смешно. Мам? Ладно. Так, ну, в общем, как-то мне позвонил парень, якобы с какой-то великой исторической сенсацией. И я сразу поняла, что он жулик. Да, красивый жулик. Я тогда его даже не видела. Но просекла. Сразу. И этот жулик говорит,
оплатишь расходы, и я найду тебе гроб Фрэнсиса Дрейка. И, между прочим, выполнил обещание. Да, завел нас в лапы индонезийских пиратов. Да брось, ты же знаешь, это не моя вина. Стоп, тайм-аут. Так говорите, на вас напали пираты? Когда вы нашли гроб Фрэнсиса Дрейка? Так что ли? Ну, да типа так. Того, да. Брехня! Манеры. Врете. Лучше. Ладно, я слушаю. Знаешь, солнце светит, лодка ждет, ветер попутный. Хочешь продолжение? Расскажем на борту. Пошли. Погоди, а какой он был, Дрейк? Жуткий? Вообще-то его там не было. Да, только его дневник с карты пути к Эльдорадо. Золотой город? Это по легенде. На самом деле это была проклятая статуя. Да ладно, честно? Серьезно. Но до этого еще далеко. Сначала карта привела нас в сердце Джона. То есть, подожди, они столько лет... Это их дочка настоящая или приемная, я не понимаю. Или это не дочка, или это... То есть они ей вообще ничего не рассказывали? С учетом того, что в доме столько всего, да, исторического и так далее. И что, они вообще ничего не рассказывали, как бы, не за столом, там, когда все собирались, там, когда гости какие-нибудь приезжали, там, друзья ссали, хренали. То есть они ни о чем это не вспоминали, не обсуждали. Может, она у них приемная просто, хрен ее знает. Ну, просто... Я какую тайну прямо... Он там в этом шкафу как будто такую тайну хранил, это пиздец. Хотя никакой тайны нету, да? Можешь как-то скипнуть это? На самом деле никакой тайны нету. Не знаю, какая-то херня. Ладно, выходим в главное меню. Да, все, мы прошли с тобой игру. Не знаю, зачем этот пролог, вот этот вот эпилог этот нужен был. На 20 минут, ребят, специально засек 20 минут какой-то хренью. В конце, типа, что там случилось и так далее. Ужас. Игрушка, в принципе, неплохая, в принципе, вот. Но очень много всего одного и того, то есть в основном здесь прыгаешь, бегаешь. Вот, и это, конечно же, надоедает. Да, здесь есть еще Uncharted Утраченное Наследие, это дополнение, да, тоже неплохое. Оно коротенькое, на 3,5 часа, по-моему, на 4 часа, коротенькое буквально. Вот, мы его пройдем, но не сейчас, потому что... Я, как понимаю, там тоже такие же проблемы со звуком, как и в этой части. А я, честно говоря, я очень плохо что-то слышу, ну, в игре. Там вообще звук практически нету. То есть я вот сидел, на самом деле, всю игру, вслушивался в их слова, звуков природы вообще не слышно. В общем, ужас какой-то. Может, пропатчат, и когда пропатчат, там патч 1-2 выйдет, и мы с тобой поиграем еще в Утраченное Наследие. Вот, когда-нибудь, но не сейчас. Потому что я уже наигрался в этого Дрейка. Бегаешь, прыгаешь. Устал. Все, увидимся с тобой уже в следующей серии. Когда-нибудь она будет. Ну, когда патчи будут. Эту снимем. Утраченное Наследие тоже снимем. Всем до встречи, всем пока.